Всем привет, друзья, канал Максалим. В работе у нас Nissan Qashqai. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. Эти, такой кусок лежит на полу в багажнике. На задних карпах по небольшому квадрату. То есть не вся площадь закрыта, а это с одни из самых шумных мест в автомобиле. Крыша у нас голый металл. Задняя дверь. Ни единого впуска, ни шума, ни виброизоляции нет. Передние двери, в принципе, то же самое, голый металл. Ну и пол в салоне. Видите, только пару полосок в передней части. Зад голый. Готовим поверхности, попробуем исправить. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Nissan Qashqai. Видите, у нас проклеен пол в багажнике, также проклеены задние арки, крылья. Такой ковер нанесен у нас на полу в салоне. Проклеена крыша. И проклеены первым слоем вибропласта двери. Задняя дверь. Слышите, у нас уже более глухой звук образовался. Приклеили передние двери. И по правую сторону проклеили второй слой шумопоглотителя. Смотрим дальше. Кончили клеить шумоизоляцию автомобиля Nissan Qashqai. Проклеен шумопоглотитель на полу в багажнике. Проклеены задние арки крылья. Также проклеили крышу. Доработали двери. Вот и проклеили пол в салоне. Приступаем собирать. Сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Nissan Qashqai. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки и сборки салона мы не оставляем. Все стоит по-заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.